Я приветствую всех на своем канале Перекупщик и приобрел у населения вот такие классные подсвечники. Один в таком грязненьком состоянии. Вот. Мельхиор, очень интересный, вообще такие никогда не видел, если честно, раньше. Привлекли мое внимание, купил всего лишь их за 50 гривен. Конечно же, они стоят, выставил их 350. Повторюсь, что очень интересные, необычные. Надеюсь, что их продам, потому что у меня были и латуневые подсвечники, и бронза, также мельхиор, силуминовые, из силумина подсвечники, все покупают. Вот особенно такие вот необычные, это может быть и 50-е года. Вот, так что вот такие вещи я покупаю у населения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. С вами Перекупщик.